Привет, зрители. У меня телефон далеко, поэтому снимаю на камеру. У меня тут уже 100-500 раз поменялось решение уехать, не уехать. Все-таки уезжаю. Укусила пчела. Вон в ту конечность. Короче, тут ромашка. Цветы ромашки. Цветы кипрея. Двух разных сборов, но с одного места. И они уже, в принципе, почти все высохшие. Вон там вот видно цветы шиповника и цветы, и немножко будет травы зверобоя. Вот такой у меня будет сбор. Может быть, я потом еще запишу, как вот он, ну, уже пропущен на мясорубку. Досушивать, наверное, буду в городе. Вот я уеду все-таки на пару ночей в город. Надеюсь, что у меня получится именно так, а не на подольше там, потому что тут, в принципе, тоже дел дофига. Вот, собственно, что у меня вышло. Прям преобладает, будто бы один кипрей. У меня еще была веточка свежесорванных цветов кипрея. Вот. Но приеду завтра в город и немножко разложу там где-нибудь просушиться. Досушиться. Потому что он прям чуть-чуть как будто влажненький. Плюс там было несколько цветов действительно влажненьких. Потому что я еще и под дождем ехала. Мы сегодня с соседями ездили в Ашалаево. Вот. Ну что, как бы это. Пока, зритель, короткий такой роличек маленький. Хочешь поддержать канал? Там где-то сейчас выплывет облачко. Я даже тут поддержу немного. Ну и почти помолчу. Ну и может что-нибудь в комментах написать. Я с удовольствием почитаю.